Привет! Сегодня у моих сестренок день рождения. И давай, и мы потом поедем отмечать их на день рождения. Пожалуйста, скажите их днем рождения. И вот куколка Неонна еще сказала. Это их подарок. Она огромная. Это которую я вам говорила, когда пошли в магазин. Там свет не было. Royal Bee. Я уже не могу терпеться от этих волос. Они такие мягкие. Я не могу перестать. Блин, вообще. А у меня свек, который я вам говорила. Давайте ее откроем, потому что я мне не терпится уже. Вау, смотрите, сколько покупок. Какая крутая. У меня такие африканские косички мягкие. О! У меня такие длинные волосы. Сестренки тоже хотят потрогать, посмотреть, что это за куколка. У нее африканские косички очень крутые. Они такие мелкие. Можно так и достать. Как они могли спасти такую маленькую косичку? Мы пока куколку оставим и откроем ее покупочки. С денежками. Я покупки. Давайте откроем, посмотрим, что там. Это же курточка. У меня тоже есть такая. Какая она классная. Она на липучке. Вот такая курточка, но молния не настоящая. И у нее прозрачные лямки. И... Давайте положим ее в сторону и потом откроем другую покупочку. Какая длинная! Это что за покупочка? Hi, my name is LOL. Hello, LOL. А это все на вешалке. Это же штанишки. Они всегда с разрезом. Упс. Что-то так хорошо зацепили. Такая пленочка уберем. Вот такие штанишки с большим разрезом. Ей идет. Тоже положим в сторону. И прочитаем ее гороскопчик. Что за гороскопчик? Гороскоп. Это журнал. Просто журнал, который написан. What's your star sign? Какой у нее знак зодиака? Вот так что. I've got a fat dreams and... All about the hostel, but make sure to take time to chill. Ее Лео. Лео это значит она лев. Как, кстати, сестренки наши. Сестренки тоже львы. Они львята, они родились в августе, поэтому они тоже львята. И MC Swag, значит, тоже львенок. Маленький львенок. Теперь давай коробочку с аксессуарами. Опс. Ой. Уже одна открыта. Ну, давайте начнем с этого. Вот мы сейчас открываем. Все упаковано. Очки, которые у меня тоже такие есть. Тоже положим. Сережки какие большие. Мне такие еще не носила. И... бусы и цепочка. Цепочка очень длинная. Она вот так одевается. Давайте теперь откроем ботиночки. Ботиночки. Размер 6,5. О, она его купила. Ботильоны. Как у обычной куколки. Вау, какие высокие ботильоны, крутые, с коричневой подошвой. Да. Ага, и с... Left and right даже написано, значит неправильно. Ты как круто, даже left and right написано, как у всех куколок. Он малый, куколок вон. Ну давайте уже вытащим куколку, а то она вот тут. Вот у нас... Сумочку сначала достанем. Нет, только не было. Вот. Такая леопатовая из Биби Бутика.
одеваем в сумочку. А сзади леопардовый, и он... Это не сумочка, а какой-то мешок. Это мешок такой, да, называется. Как будто как вы маленькие! Как вы ходите... О, он золотой! Смотри, я даже переливаю. На нем нарисован доллар. Даже можно как рюкзак носить, а можно как просто сумку. Портфель. Она может его носить, когда пойдет шопинг. Теперь откроем саму куколку. Аккуратно. Ручка. Уже вторая открыта. Откроем ее. У нее сзади что-то закреплено. Видишь? Что-то я аккуратненько вырежу. У нее волосы закреплены очень крепко, потому что у нее длинные. А поэтому надо их аккуратно. Вот. Раз. Наверху отрезали. Ножницы надо очень аккуратно вращаться. Ой. Лучше в другую сторону. Ой. Лучше в другую сторону отрезать. О, у меня так много африканцев. Африканских косичек. Я даже не могу их уже. Я не могу их куда-то деть. Так, еще. Это последнее, которое нужно. Вылезет под куколу. Освободилась. И я Саше передаю привет, потому что у нее тоже есть MC Swag. Но я тоже очень... Саш, представляешь, что мы очень много африканских косичек. Куда мне их деть? Ой, это вытаскивается ночью. А, ножки не открыты. Вот одеваем сережки нашей красавицы. Опа. Ага, я не могу оторваться. Можно крепить вот эти африканские косички бесконечно. Бусы ее такие. А цепочка вот здесь. Вот так. Такая как. Ой, сережка упала. Нет, что, подвешивается сережка. Да, ну это нормально, там шире. Привет. Ты что, меня не заметила? Заметила. Жду. Жду, когда ты оденешься. Ой, какие тебе очки. О, май гад. Неон, подойди, посмотри на эту красавицу. У нас почти целая коллекция. Неон. По-моему, я здесь самая модная. По-моему, только я самая модная, самая яркая, самая-самая радужная. Это не только ты. Я модница, потому что мы все. Почему только ты? Я же тоже модница, моя сестренка. И я модница. Такой стульчик у нее золотой. А потом ставишь, и она сидит. Или можно сделать... Это ее шея, это ее к шее. Прикрепляется к ее шее. Вот такая фэшн-кукла. Свэк, я, да, ты, свэк. Сестренка! Как я тебя рада видеть! Держи подарок! Вау, денежки! Спасибо, сестреночка! Я так хотела вот этот подарок. Ну да, ты же любишь. Ой, кстати, тебе нужно посмотреть в зеркало. А потому что у тебя есть пленочка. На твоей зеркале. Точно, мне помогут. А, спасибо, Лейла. Я это точно искала.
туда денежки положить? Это будет вся ее добыча, потому что свек переводится как добыча. А мне никто раньше не видел. Положит все денежки в ее мешочек. Опа, мне что-то осталось. Денежки бумажные. Какие куколки красивые, какие мягкие. Вон у Royal Bee даже есть рожки. У нее Нюнкетена вся такая яркая, красивая, прям такая летняя, такая прекрасное настроение. Не все настолько разные, но не все очень интересные, красивые куколки. И у меня даже очки. Ух, а я не знала, что у нее должно быть сережка. Но у меня есть сережки. И у меня тоже. Какие у тебя сережки? Ну-ка, давай посмотрим. Очень. Как у Бейонсе. И наконец-то я открыла эту куклу. Не терпелось. Уже терпелось. Не терпелось. Ой! Устали. Потому что сестрёк не держит моё равновесие. Сестрёнка, у меня ещё котик есть. Точно? Вот. Что это такое? Я падаю. И я тоже. Ну что ж, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Еще приходите на сестренки на день рождения. Пока. А куколки что будут делать? Сестренка пойдет показывать свою комнату? Да.